В России утвержден новый закон о регулировании перевозок легковыми такси. Минтранс и Подмосковье рассказали, какие изменения он несет. Так, теперь ответственность за безопасность пассажиров несут не только перевозчики такси, но и агрегаторы, что повышает гарантию безопасных поездок. Разрешение на работу в такси смогут получить не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и физлица, которые имеют статус самозанятых. Но таксистами теперь не имеют права работать водители, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.